В Щелкове завершилась неделя добрых дел. Акция призвана объединить неравнодушных людей, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Творили добро жители всех возрастов, от мала до велика, из разных уголков городского округа. Активную гражданскую позицию, как всегда, проявила наша молодежь. Всю неделю учащиеся щелковских образовательных учреждений плели маскировочные сети, делали окопные свечи, собирали гумпомощь, писали письма участникам СВО, расписывали пряники и пекли блины. Щелковская земля богата людьми, которым присуще милосердие. Поэтому неделя добрых дел нашла большой отклик у жителей. Акция закончилась, а добрые дела продолжатся.